Займаючись тою чи іншою справою в житті, ми повинні вміти правильно запропонувати те, що ми робимо. Іншими словами, продати. Так от, як це зробити так, аби у вас купили обов'язково, аби не було інших варіантів. Саме про це дізнаємося від гостя, який прийшов вже до нашої студії. Це бізнес-тренер Артем Касьяненко. Пане Артеме, добрий день. Здравствуйте. Ми знаємо, що ви започаткували свою авторську методику. І згідно цієї методики, ви можете продати усе, що завгодно. А багатьом людям не вистачає такого досвіду, тому що вони вміють створити, але не знають, як правильно та вигідно це показати, запропонувати. Так от, з чого починати і взагалі трошечки про вашу авторську методику розкажіть. В першу чергу, спасибо, що пригласили. Дійсно, так і є. На самом деле, от в ответ на ваш вопрос я вспомнил поговорку американцев. Они говорят, что человек, который придумал идею, он заработал $1. Тот, кто эту идею реализовал, заработал $10. А тот, кто смог это все продать, заработал $100. Поэтому совершенно верно. Есть даже среди моих знакомых много людей, которые придумали классные вещи. Либо сделали какой-то продукт, либо какую-то инновационную технологию. Но из-за того, что не умеют это все преподнести, продать, соответственно, эти идеи где-то либо очень низко, либо где-то в серединке, но никак не выталкиваются на самый верх узнаваемости людей. Поэтому продать себя, продать свой продукт – это действительно, на мой взгляд, это профессия. Это, не могу сказать, что искусство – это профессия, которой нужно учиться 100%. Так, и треба кожному це робити, правильно? На ваш погляд. Нас не вчили, нас цьому не вчили. И це такий мінус. 100%. Вы знаете, я когда ехал к вам, готовился, думал, вот если зададут вопрос по поводу нужно учиться, не нужно. На мой взгляд, те техникумы, которые были еще во времена СССР, да, и учили техникум там торговли, учили чему? Работать с кассовым аппаратом, да, с накладными, с расходными, с складом и все. Но никто не учил коммуникации личностной друг с другом. А продажа – это коммуникация. Если у продавца получилось войти в доверие к покупателю, получилось понять, что у него в голове, какие у него есть предпочтения, какие есть страхи, какие есть рызыки, да, какие есть ожидания от этого продукта. Если продавец профессионально сумел описать продукт словами покупателя, то, конечно же, не будет никаких возражений, и покупатель готов будет открыть свой кошелек и выложить ту сумму, которую просит продавец. Но этому действительно нужно учиться. И вот, на мой взгляд, в нашей стране, к моему сожалению, опять же, это, наверное, отголосок из СССР, потому что, вот я вспоминаю родителей своего близкого круга, друзей, они им говорили, если будешь плохо учиться, будешь на рынке торговать. Ну то есть, так, представляете, то есть, это было проклятие. То есть, если ты будешь плохо учиться, пойдешь на рынок торговать. Да? То есть, ну, потім зрозуміло, що не так погано вже, да, і когда продавати, і дуже багато бізнесменів у нас з'явилося. Так? Вони так виросли, прям, як гриби. Однозначно. А потім було таке поняття, як спекулянт. Да? Где-то продав, націнив і перепродав. Ага, спекулянт, хоче на нас зажитися. Так, взагалі даже за це статья можна було постраждати, да, і дуже серйозно. Да. Кримінальна відповідальність так теж була. Да. Ну, що от ми зараз повинні переламати в собі і так себе трохи налаштувати на інший склад розуму, можливо, на ті поняття, які зараз є, які працюють. Да. До чого треба йти? В першу чергу, нужно для себя принять, що продавець – это професія. Продавець – это професія, которая звучит гордо. Это первое, что нужно для себя понять. Второе, что нужно уяснить, что этому нужно учиться. Как любой профессии, врача, юриста, инженера, этому нужно учиться. Один из моих учителей, она переехала на постоянное место жительства в Штаты, так вот она говорит, если продавец желает получить хорошую должность в компании мирового уровня, ему нужно предоставить корочку о том, что он прошел полугодовалые курсы по продажам. Если у тебя такого сертификата нет, тебе эта должность не светит. То есть они это понимают, они этому учатся. У нас, к сожалению, в стране, ну как, не так, конечно, как было 20 лет назад. Сейчас есть очень много обучающих программ, классных тренеров, моих коллег, которые действительно дают классный продукт и помогают продавцу освоить эту профессию. Поэтому мы уже не динозавры. Мы уже вышли, так сказать, из своих пещер, умеем там читать бизнес-литературу, умеем ходить на тренинги, мы этому учимся. Осталось
теперь только ввести это на постоянную основу і досягати того успіху, до якого ми всі так стремимося. Так, Артеме, ну от візьмемо такий простий приклад, який стосується будь-якої людини. Ну, наприклад, людина щось виробляє, так? Створює. І, звичайно, їй потрібно продавати, бо інакше не буде сенсу взагалі це робити. Тому з чого треба починати? Чи повинна бути якась реклама свого продукту? Як саме це робити? Щоб це було ненав'язливо, щоб це було потрібно людям, щоб вони розуміли, що цей продукт вже їм треба. От, вони вже його повинні купити. На чому треба робити акцент? Перше. Смотрите, ну, на мой взгляд, продажи и маркетинг, да, вот то, что вы сказали, реклама, это очень рядом, это очень рядом, но специалисты в этом всем разные. То есть маркетолог и продавец – это два разных человека. Маркетолог разрабатывает стратегию, то, о чем вы сказали. Если я произвел продукт, мне нужен маркетолог, который поможет вывести его на рынок, изучить свою нишу потребителя. Да? Кому это потребитель? Кто это? Да. Да? Кто будет купить? Какая у него заработная плата? Где он живет? Как он мыслит? Как он ездит? То есть понять, описать своего потенциального покупателя. Потом определить, где этих покупателей больше, и настроить свою рекламу там, де він живе. І що, оце стільки всього треба зробити одній людині, тому що вона ж не має ще коштів собі найняти і того маркетолога, і найняти, там, не знаю, менеджера по продажам і так далі. Тобто це все повинна зробити одна та ж людина, яка виробляє. Вот, на самом деле, здесь есть камень преткновения. Угу. На мой взгляд, экономический рост во всем мире пошел ровно в тот момент, когда появилось такое понятие, как разделение труда. Когда кузнец, он делал подковы, мечи, ножи, к нему приезжал купец, который все это забирал оптом и ехал там за моря, и менял. Забирав за копейки. От, що, знаете, теж не хотілося б. Ось тут, як з тим купцем? Смотрите, домовитись. Лучше сделать больше, знаете, с каждого ножа заработать по одной копейке и на опте заработать много, нежели с этим одним своим продуктом, ножом, да, либо мечом, ходить по рынку, желая заработать рубль, вкладывая свой ресурс не в то, что тебе естественно. Продавцу, естественно, продавать. Это, знаете, продавец, на мой взгляд, это как ядерная бомба. Ты его забросил куда-то в офис. К кому-то, к врагам, да, образно говоря. Он там такой шухер навел, что все готовы у него купить. И человек, который умеет изобрести продукт, это чуть-чуть другого склада ума, да. Не то, что ему кожен повинен надо робити свою справу. 100%. На мой взгляд, ну що, Артема, кажуть, що ви вмієте продати все, що завгодно. Це правда? К этому нужно подготовиться. Да, на самом деле можно продать много чего. Конечно, я не подпишусь под словами все, что угодно, потому что все-таки есть какие-то нормы морали и тому подобное. Но продать можно много чего, если к этому подготовиться. Вот, кстати, если говорить о продажах, я написал книгу, она называется «Возрази мне, если сможешь». Ее можно условно разделить на две части. Да? Вот я когда провожу опрос среди участников тренинга, какой этап продаж для вас самый сложный. Все как один говорят «возражение». Да? Дорого, мы подумаем, мы еще посравниваем на рынке и тому подобное. И все хотят получить волшебную таблетку от того, как не допустить эти возражения. Но, к сожалению, мало кто хочет встретиться с самим собой, как с продавцом, и задать себе вопрос, а что я делаю не так? Почему у меня эти возражения получаются? Да? А на самом деле я не подготовился. Я плохо знаю рынок, плохо знаю конкурентов, плохо знаю потребности своего покупателя, плохо знаю свой продукт. Я не сумел влюбить в себя своего покупателя. Я не понял, что у него в голове. Я плохо презентовал, соответственно, возражения. Но все мы ищем волшебную таблетку, поэтому все хотят взять только одно – работу с возражениями. Поэтому я эту книгу составил все-таки из двух частей. Первую часть – как не допустить возражения, как подготовиться к продаже, на что обратить внимание, как влюбить в себя покупателя, какие вопросы задать, чтобы понять, какие у него риски, страхи, пожелания, на что обратить внимание в презентации, чтобы она зашла прямо в голову к человеку. Это первая часть книги. Ну а вторая, если ты это все не хочешь делать, либо у тебя не получилось, то как... Там е таке навіть. Да, е навіть таке. То есть как с возражениями работать. И в этом у меня есть своя авторская методика, которая называется «Сова». Она как раз на книге нарисована. Я по первому образованию инженер, я люблю все структурное. И вот, на мой взгляд, когда человек с обучения выходит и не может повторить, потому что не помнит как,
это плохое обучение. Поэтому я разработал алгоритм. Сова – это аббревиатура, где каждая буква первая обозначает некое действие. Соответственно, выйдя с обучения, человек вспоминает «сова», первая буква «С» что-то обозначает, вторая буква «О» обозначает. Артема, ну ви ж розкажіть тоді, ну от вам почали вже казати, що ну не так усе, ми дорого, ми підемо подивимось. Ну а це, в принципі, нормально, якщо людина так каже? Їй все одно треба нормально передивитися, де є. Можливо, в конкурентів буде дешевше, однозначно, можливо, якісніше. Однозначно, збирательний підход. Я на днях читал книгу Дэна Кеннеди «Жесткие продажи». И вот он говорит, что мировые экономические кризисы последних лет, они, конечно же, придали избирательности покупателям. Но мозгов им они точно не прибавили. Поэтому задача продавца – быть простым. Не пытаться умничать, используя какие-то такие наумняченные словарные обороты, которые никто не знает. Я на днях покупал ребенку матрас детский. У меня первый ребенок, я его покупал первый раз в жизни. Продавец мне по телефону задает вопрос, а вам нужна? И называет такое слово, я его выговорить не могу, вот эта функция. Я говорю, родная моя, я не знаю, что это такое. Зачем ты меня ставишь в неудобное положение, чтобы я себя чувствовал каким-то, ну, глупым? Ну, это такая функция крутая. Так ты сначала расскажи, что это за функция, а потом спроси, вам это нужно или нет. Так можно подумать, о, как она там все расповела. Я, мабуть, куплю. Ну, это, знаете, это на авось. Это так, надежда можливо, на авось. Можливо. Пройдет, не пройдет. Лучше понять, что в голове у человека, и потом соединить свой продукт с его головой. Тогда все будет отлично. Люди повинні виходити, ну, спілкуватися, спілкуючись з вами, розуміти, що ви продаєте, що це справді якісно. І, знаєте, я от, можу додати ще від себе, це довіряти. Коли людина довіряє продавцеві, то все буде добре. І 100%. Ви можете мати успіх одразу. Тому що переважно дивляться як на шахраїв, на продавців. Чому? Тому що думають, що десь там вони хочуть обдурити, 100%. Що десь вони там на вас наживуться, що продають щось десь там, купили за 2 копійки, а продають вам за 2 гривні. Ну і так далее. Вы задали вопрос, что же делать, да, когда начинают возражать. Я всегда говорю, что возражение – это следствие. Следствие. Уже сталось, вы уже что-то не так сделали. Да, это следствие нарушения этапов продаж. Этапы продаж описали еще в середине 20 века американцы. И они говорят следующее, что этапы продаж следующие. Подготовка, выучи свой продукт клиента, конкурента. Потом второе, установи положительный контакт, то есть войди в доверие. Третье, пойми, что хочет человек. Четвертое, предложи свой продукт. Если вы не установили положительный контакт, и, как вы сказали, дивляться, як на шахраїв, будет 100% возражение. Дорого, я подумаю, ой, вы меня вообще, я вас боюсь. И человек будет хотеть уйти, выйти из этой коммуникации. Ну, вспомните ситуацию, когда в общественном транспорте рядом с вами стоит человек, который вам неприятен. У него перегар. Вы что делаете? Вы отходите, да? Да? А когда парню, наоборот, нравится симпатичная девушка, он как-то хочет к ней... Та вже купить все, що завгодно. Да, приблизиться. Поэтому основа... Таки знову... Є 100% попадання, так? Це ж треба ці всі нюанси врахувати. Це, мабуть, стосується тих бізнес-тренерів чи там організаторів взагалі усієї справи, які можуть собі так підготувати тих менеджерів, які будуть справді виконувати на 100% свою роботу, так? 100%. А якщо ні, якщо це ви тільки сам, то вам треба все це враховувати, вам треба гарно виглядати, вам треба пахнути добре, вам треба бути охайним, так, викликати довіру, 100%. Знати, що ви робите, тобто взагалі тут стільки, так, на пальцях не перерахувати, много. Скільки всього треба зробити. Поэтому я говорю, этому нужно учиться. Невозможно так взять там сковороду и пойти ее кому-то продать. Этому действительно нужно научиться. Как установить контакт? И то, все правильно вы сказали, это и внешний вид, это и контакт глаз, это там дистанция, это подстройка под клиента, это активное слушание, это много чего, чтобы вызвать доверие. Для того, чтобы понять, что в голове там есть определенный алгоритм вопросов, задавая которые, вы составляете картинку, как пазл, что же в голове у покупателя. Во время презентации нужно тоже давить конкретно на выходы, которые основываются на потребностях. И это все действительно, это много всего, этому нужно учиться. Артема, ну останнє, що там хочеться вже так додати, можливо сказати, можливо з вами про це теж поговорити, це той момент, коли от з'явились комівояжери. Ми пам'ятаємо цей час, коли люди не розуміли, що це таке, але брали до уваги усе, що їм говорять. І це виходило все неприродно. І от коли неприродно, то теж це відштовхує. Теж хотілося би сказати, тут треба так навчитися, щоб легко було вам. От, і за що я і говорю. Все гениальное просто. Вот моя методика работы с возражениями сова, она простая, как дверь. Вот, и она работает. И продавцу, это вот мой, да, если совет, это быть проще. Будьте
просто собой, тогда вам люди будут доверять. Когда вы пытаетесь строить себя как кого-то, вы напряжены, человек это чувствует, и он никогда в жизни не пойдет к вам, так сказать, навстречу. Поэтому успех в продаже лежит в простоте общения, в ее легкости, в том, что вы вызвали доверие у покупателя. Тогда и возражений не будет. Ну ось так, Артем Касьянко сьогодні був у нашій студії, бізнес-тренер, який справді розклав усе по поличкам і може продати усе, що завгодно. Я не сумніваюся, Артем. Спасибо. Хочеться вам теж побажати успіху. Спасибо. Класна методика, треба багатьом людям звернути на неї увагу, тому що це добре, це працює, а чому б ні? І тим більше, що з нашого міста от людина розробила ось таку чудову теорію. І ми, якщо будемо прислухатись, будемо орієнтуватись на неї, то, можливо, наш бізнес, наші успіхи підуть на краще. Ну, а ми з вами вже будемо прощатися. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.